Лиц не разглядеть, но, как говорит автор скульптур Константин Зинин, под пакетами спрятались дети. Композиция называется «Дети и музыка». Она установлена на площади перед новым концертным залом музыкальной школы имени Александра Кинеля. Именно дети-музыканты, по задумке автора, символизируют будущее музыкального искусства Хакасии. Показать лица бронзовых маэстро скульптор обещает завтра на торжественном открытии. Константин Зинин – красноярец, но известен в Абакане. Многие его работы, такие как бюст самого Александра Кинеля, уже поселились в разных уголках столицы Хакасии. В планах мастера создать в Хакасии творческие мастерские. Там талантливые молодые скульпторы смогут воплотить идеи бронзовых и гранитных фигур в реальность. Изготовил композицию красноярский скульптор Андрей Мурзин, ученик Константина Зинина. Дети – это самое главное у нас. Поэтому тут дети, которые играют, начинают играть, это как раз для них, это в то же время, они сущность нашего бытия, да? Поэтому хотелось бы вот именно отразить вот эту ситуацию.